Здравствуйте, меня зовут Васильцева Алина, и сегодня для вас я пройду мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, и сделаем мы с вами ёжик. Нам понадобится клей-карандаш, линейка, обычный карандаш, ножницы, белая бумага. Я взяла зеленый картон, у нас ёжик будет на траве, и цветная бумага. Приступим. Для начала мы с вами возьмем коричневую бумагу и вырежем полоски. Отмерим 1.5 сантиметра наши полосочки. И так разлинуем весь лист бумаги. Наш листочек теперь аккуратно вырезаем. Теперь склеиваем наши краешки полосок. Вот такая вот полосочка может получиться. Больше похоже на капельку такую вот. С вами толщ. Толщ у нас будет полуовал. Рисуем все сами от руки. Вырезаем.
Мы с вами примерно примеряем, как это будет смотреться, поправляем, где нам что не нравится. И начинаем это дело все приклеивать. Начинаем с иголок. Начинаем с верхней иголки. И от верхней иголочки все будет идти дальше. Я сейчас посмотрю примерно. Мне кажется, теперь приклеиваем туловище. Я специально не до конца промазала клей снизу, чтобы потом под низ, под толщу приклеить ножки. Вот видите? Вяжем одну ножку. И вторую. И промазываем наш краешек до конца. Теперь мы с вами нарисуем мордочку нашему ежику черным фломастером. Вот такой вот у нас с вами ежик получился. До свидания и до скорых встреч.